Казахстан, Украина, Беларусь. Казахстан, Украина. Россия. Стой, стой, стой. Представь, ты сидишь в школе, обсуждаете поезд в Казахстан. В это время твой товарищ закинул снюс. А нас на насвае мы поедем? За насваем поедем. Да, хорошо. Первое, что приходит в мою голову, это кач, поэтому казахи это кочевники. Держись, на конях поедем, брат. Ну и где? Что где? Туториал где? Вот где. Сделаем сегодня кач для пацанов. Для начала подгоним наш трек под наш кач. Выбираем 75-150. А боже, боги одарили нас тактом. Накинули кикстарт для кача. Звучит плохо. Надо больше мяса. Как же это звучит охуенно, когда кровь кипит казахская. Недавно видеомонтажер отказался монтировать ролик. Мне груст плохо. Одинок ПК лагает. Не прошу у вас денег, но лайк поставьте. Представляю вам лучший кутбас, который можно купить. Угадайте у кого. Кита. В этом драмките находится... Шутник, я не могу. Такой шутник. А ты повелся? Нет. Обычно казахи все мешают. Мешают разные интересные звуки. Задел преподавателя, не забудь. Да не забудь извиняться. Попробуй нарезать звуки, вставляя неожиданно какой-то звук. Попробуй удержать слушателя ямами и перед дропом. Если ты скажешь, что мой тутор был короткий, ты меня вообще видел. На себя посмотри, кожаный. Мой ПК это бомба, и дальше нет смысла показывать, а то он взорвется. Ты скурил, ты чмой, ты, а ты еще трогаешь.